Рост промышленного производства, о котором в частности говорил президент на пресс-конференции, отмечен и в нашем округе. В январе-ноябре этого года промышленное производство возросло на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост обеспечен в первую очередь увеличением добычи нефти, включая газовый конденсат. За 11 месяцев этого года в Ненецком округе добыто более 12 миллионов тонн углеводородов, что составляет более 2,5% общероссийской добычи. В январе-ноябре тепловой энергии произведено на 6 небольшим процентов больше, чем за тот же период прошлого года, электроэнергии на 4,8%. Лидерами роста производства стали мясо и субпродукты домашней птицы и пиво. Снижение отмечено в производстве охлажденных мясных полуфабрикатов, кондитерских изделий, рыбы и рыбопродуктов, а также сливочного масла.